понедельник в Самарской области малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем 18-20 с плюсом, ночью 12-14 выше 0. Ветер западной скорости 2-4, порывы до 8 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, осадки в виде дождя. Днем плюс 20, ночью плюс 14 градусов, западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20, ночью плюс 14, западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, гроза, днем плюс 20, ночью плюс 13, юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.